102 дерева, 30 саженцев рябины и 72 сеянца сосны. Высадили сотрудники Управления Роспотребнадзора по Самарской области и Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Работы организовали рядом со стадионом «Самара-Арена» на знаковой локации в Саду памяти. Он появился в Самаре в 2020 году, когда отмечалось 75-летие Великой Победы. Каждое дерево – это память о тех, кто погиб, защищая свою родину. Каждое дерево символизирует героя, павшего в Великой Отечественной войне. И пока мы помним об этих людях, они среди нас, мы ими гордимся. Сегодня мы собрались почтить память наших предков, погибших в Великой Отечественной войне. Предыдущее поколение даровало нам жизнь, даровало нам смысл. И мы сейчас восполняем это тем, что можем жить, работать и радоваться жизни. Высаживать деревья помогали сотрудники Департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации. Департамент представил весь необходимый инвентарь – бойлер с водой для полива, сами саженцы, снабдил участников инструкциями. Выкапываем яму, соответственно, кому земли. Дерево погружаем в яму. Вот у нас корневая шейка. Засыпаем землей и утаптываем. И каждое дерево по этой технологии. Соблюдаем прямолинейность, дальше будет полив. Перед высадкой деревья выращиваются в питомнике муниципального предприятия «Спецремстрой Зеленхоз». Сегодня в саду памяти растет порядка 900 хвойных и лиственных деревьев. Департамент ежегодно участвует в данной акции. Вот. Сажать дерево – это дело благородное. Вот, а особенно, если мы приурочим к нашей мероприятию саду памяти, то это наш долг святой, что мы можем отметить победу над фашизмом. Принять участие в акции «Сад памяти» может каждый. Для этого необходимо обратиться в профильный департамент. Галина Топилина, Валерий Майоров. События.